MioGo.net – это онлайн-кинотеатр с полностью легальным контентом. Он доступен в странах СНГ и Прибалтики и позволяет пользователям смотреть видео в хорошем качестве без предварительного скачивания его на компьютер. В данный момент в каталоге сервиса находится более 3000 полнометражных художественных фильмов, более 800 мультфильмов, 700 сериалов, 200 концертов и телевизионных передач. Сервис обладает удобным интерфейсом, но в полной мере его возможности реализуются только после регистрации на сайте. Зарегистрированные пользователи могут добавлять видео в список избранного, комментировать фильмы и голосовать за них. Кроме того, после регистрации пользователи получают доступ к списку просмотренных фильмов, причем сервис запоминает позицию воспроизведения, на которой вы остановились. Большая часть видео в каталоге MioGo.net доступна бесплатно. Отдельные фильмы доступны только на платной основе. Их можно оплатить при помощи СМС, пластиковой карты, веб-мани или в платежном терминале. После оплаты фильм можно смотреть неограниченное количество раз в течение 7 дней. Все более-менее новые фильмы доступны в разрешении Full HD со звуком 5.1. А вот качество старых и отечественных фильмов зависит от исходника. Онлайн-кинотеатр доступен на большом количестве платформ. Помимо Windows, Macintosh и Linux поддерживаются устройства на базе iOS, а именно iPhone и iPad. Приложение для доступа к MioGo.net также существует для умных телевизоров LG и медиаплееров Duna. Единственным минусом онлайн-кинотеатра MioGo.net можно назвать ассортимент фильмов. Хотя сервис предоставляет неплохой выбор артхаус-проектов и сериалов, многие крупные голливудские релизы появляются на сайте либо через несколько лет после премьеры, либо не появляются вовсе. Несмотря на это, MioGo является неплохим способом развлечься в семейном кругу.